Вы знаете, что когда ты только приходишь и только как бы подаешь надежды, это намного легче вот это доказывать и бороться, трудиться, когда у тебя уже за плечами там и награды, и звания, и статус. С этим грузом тебе еще тяжелее, конечно, что-либо доказывать. Мне осталось немножко еще вот того, что я хочу, и это уже, я знаю, что если, дай Бог, все здоровье там и силы, все, но это случится. Самый большой критик – это, конечно, ты сам себе. Поэтому я не понимаю, если вот там человек как-то может безответственно или как-то просто проводить время в зале впустую. Я не только себя изводила, конечно, я изводила прежде всего педагога, потому что я бесконечно была недовольна собой, потому что педагог мне говорил: нет, вот это еще не так, ну ничего, ничего, это дойдет потом. Я говорю: нет, это не дойдет, это надо сделать сейчас или никогда. Пока сама не пойму, что мне хватит. А хватит, это уже бывает иногда поздно, когда ты уже все ноги или стер, или все мышцы, как говорится, сносил. А завтра ты просто не можешь встать. Очень трудно меня остановить, когда я понимаю, что у меня есть еще силы на то, чтобы сделать сегодня. Ну как, вот посмотри. Вот видишь, как жестко делаешь. Посмотри, жестко, жестко. Мне просто там неудобно. Жестко. Смотри, как спина. Туду, туду, туду. Это же не должно. Нет, ты мне даешь, ты сама, ты вчера говоришь. Я уже сижу, а я не могу этого выпустить тебя из спины. Когда говорят, что у кого-то не болят ноги, значит, этот человек не работает, значит, он не знает, что такое работа, значит, он не знает, что такое труд. Хотя можно и меньше работать, но не знаю, будет ли такой результат. До такой степени бывает тяжело, но так бывает тяжело, что никто из театра это никогда не поймет, не увидит. Мама мне говорила: все, уходим, я не хочу, я вижу твои слезы, я вижу. Я ей сразу же сказала: нет, мама, все, вот я хочу и все. И, как говорится, запретила даже и думать об этом. Я не знаю, что такое слава. Я не знаю, понимаете. Я могу сказать, да, есть там известность, есть имя. А слава, ну и какой-то момент, миг, наверное, когда ты... Ну, я, наверное, больше буду ценить моменты счастья, чем моменты славы. Счастье – это твои близкие, твои родные, твое внутреннее состояние. Балерина, балерина, сцена, цветы, да, но будни-то, они же реальные. Конечно, с этим тяжеловато справляться, но тогда уходи, не жалуйся.
если ты попадаешь в другую труппу, это совершенно другой мир. Тот же урок, та же репетиция, но ментальность людей другая, система тоже театров в разных труппах и в разных странах все по-другому. И подходы, репетиции, конечно, это мне все разнообразило, и кругозор мой, естественно, становится все шире и шире. И это тоже тебя стимулирует и дает силы. Очень хорошо знаю, что у меня лимит времени моего артистического полета. И я не хочу его терять, я хочу успеть. Почему я так рвусь и в другую хореографию, и с разными хореографами? Когда ты с белого листа приходишь, и вот ты внедряешься в мир того или иного балетмейстера. Ты себя совершенно по-другому раскрываешь, ты совершенно себя считываешь с нового листа. Я так чувствую, что все по жизни меня как-то ведет, и просто правильно нужно смотреть по сторонам, и те шансы, которые тебе дает жизнь, правильно с ними поступать.